Хорошо известный на постсоветском пространстве седан Chevrolet Lacetti вернулся на рынок Казахстана. Седан локальной сборки выпускается на казахском заводе Алар в городе Костанае. Напомним, седан Chevrolet Lacetti продавался в России с 2004 года и был одной из самых популярных иномарок на российском рынке. Его выпускали на калининградском заводе Автотор. Однако в октябре 2012-го модель сняли с производства из-за снизившегося спроса. На смену Lacetti тогда пришел более современный седан Chevrolet Cobalt. Chevrolet Lacetti оснащен 1,5-литровым двигателем внутреннего сгорания мощностью 106 лошадиных сил, а также шестиступенчатой автоматической коробкой переключения передач. На разгон с места до 100 км в час у Chevrolet Lacetti казахстанской сборки уходит 13 секунд, а максимальная скорость ограничена на отметке в 171 км в час. Подвеска полностью независимая. На всех колесах стоят дисковые тормоза. Функциональное оснащение седана включает две подушки безопасности, электрорегулируемые боковые зеркала, противотуманные фары, 15-дюймовые диски, кондиционер, люк в крыше, подогрев всех сидений и мультимедийную систему с Bluetooth и четырьмя динамиками. Прием заказов на Chevrolet Lacetti в Казахстане уже открыт. Цены стартуют от 7 миллионов 990 тысяч тенге или 1 485 тысяч рублей по текущему курсу, что равняется 17 750 долларов США. И интересно, что примерно столько же сегодня стоит новая Lada Vesta в средней комплектации. Но у Chevrolet Lacetti есть преимущество в виде шестиступенчатой автоматической коробки переключения передач. Между тем, в декабре прошлого 2022 года новые Chevrolet Lacetti, Cobalt, Damas и Labo временно прекратили продавать в Узбекистане из-за аномально высокого спроса. Возобновились ли их продажи к текущему моменту, неизвестно.